Служители Фемида 1 ноября отмечают свой профессиональный праздник. По традиции в Чувашском управлении чествуют лучших и принимают присягу новобранцев. Торжественное посвящение в судебные приставы состоялось накануне. Подробности в следующем материале. День судебного пристава в нашей стране отмечают 5-й год подряд. В преддверии профессионального праздника в ряды судебных приставов Чувашии вступили 29 новобранцев. Руководитель управления отмечает, от качества работы судебных приставов зависит мнение граждан о правосудии в стране и регионе. Поэтому очень важно то, каким образом они выполняют свои обязанности. Я надеюсь, что вы на всю жизнь запомните эти слова. Слова, которые вы произнесли сегодня и многократно услышали из уст своих товарищей. И где бы вы в дальнейшем ни работали, вы должны помнить. При работе судебным приставом вы должны помнить, что от нас с вами зависит, получат ли тысячи детей на территории Чувашской Республики денег содержания на свое существование, хватит ли у пенсионного фонда денег на выплаты пенсии, хватит ли в бюджете денег на социальное развитие республики. Среди новобранцев оказалось и немало девушек. Присягу в этот день прошла и Анна Никифорова. Мы, когда выходим, то есть на исполнение, всегда с нами сотрудники ОБДС работают. И я вот лично чувствую себя в безопасности. Главное – правильно, грамотно разложить должнику, либо взыскателю всю проблему, ситуацию, и тогда никакой опасности не будет. Поздравили молодых сотрудников с принятием присяги и ветераны службы. Вспомнили в этот день и другую традицию. Клирик храма Николая Чудотворца, отец Владимир, окропил новобранцев священной водой. Анастасия Лангина, Республика.